Дети Красногвардейского района поговорили с автомобилистами о безопасности на дороге. Акция «Письмо водителю» прошла на проспекте энтузиастов. Ученики 177-й гимназии подготовили для водителей 20 посланий. В них прописные истины. Не нарушайте скоростной режим, берегите себя и близких, и уважительно относитесь к пешеходам. Но из уст школьников эти просьбы звучат по-особенному трогательно. Я считаю, что нет ничего дороже жизни, и когда переходят люди на красный свет, это просто им не жалко свою жизнь. И то же самое делают и водители. Необходимость акции назрела сама собой. За последние 3 месяца на дорогах Красногвардейского района в ДТП по вине водителей пострадало 4 ребенка. Это почти вдвое меньше, чем за тот же период в прошлом году. Сотрудники ГИБДД уверены, ситуация улучшилась благодаря слаженной работе со школьниками, их родителями и СМИ.